Всем большой привет! Сейчас я хочу подобрать новые лаки для маникюров текущего уже месяца, это апрель. С предыдущего у меня остались вот такие вот два, на мой взгляд, очень симпатичных лака. Первый — это темная морская волна, Тил его еще называют, очень симпатичный. И вот такой вот красно-оранжевый, морковный. Ну, я называю его алым, что, мне кажется, алые паруса были именно такого цвета. Вот, на самом деле, оба лака мне очень нравятся. Не знаю, почему я именно их не успела использовать, но вот так вот получилось. Я их пока не убираю. Возможно, я их оставлю вот в той группе, которую сейчас подберу. Подбирать буду снова 10 лаков. И я не планирую их, повторюсь, использовать все. Как в прошлых видео. Не планирую их все успеть в этом месяце использовать. Для меня это нереально. Просто чтобы у меня был выбор. Потому что я не знаю, какое у меня будет настроение, какую одежду я буду надевать и какая будет погода. Так, отставляем. Берем первую открытую коробочку. Я взяла 3 коробочки. Буду из них выбирать. Так, ну сразу скажу то, что у нас появилось солнце. Вот уже пару дней оно есть. Поэтому хочется каких-то и нежных, и ярких цветов. Ну, для разнообразия темные тоже буду. Так, ну вот смотрите, здесь есть похожий лак на тот, который я вам только что показывала, только он немножко отличается по текстуре, он гелевый. А в этом есть микрошиммер. Я себе оставлю именно от Руты, потому что он старый, его я просто хотела бы в первую очередь использовать, поэтому этот брать не буду. Так, ну мне бы хотелось взять такой вот, сейчас я его перемешаю. Вот такой вот персиковый. Вам на самом деле он показывается немного более абрикосовым, то есть чуть более желтым, а он более именно персиковый. Такой, знаете, с легкой розовинкой. То есть у вас он холоднее и чуть бледнее. Вот это будет у меня такой нежненький лачок. Вообще еще, конечно, вот этот приятный. Но вот почему-то сегодня утром у меня промелькнула мысль об оранжевом каком-то лаке. Поэтому остановлюсь на том. Так, что у нас тут есть еще? Вот такой вот тоже, по идее, приятный. Но мне бы не хотелось сильно много от одной марки брать. Поэтому... Ну и, в принципе, вот сейчас у меня на ногтях. Ну, конечно, цвет другой. Но тоже такой пыльный. Этот более нежный, более светлый, пастельный. Но, тем не менее, холодный. Поэтому, наверное, нет. Так, это всякие бежевый. Это осенний такой. Конеохота. Так. Вот, наверное, вот такой стоит взять. Из подобных есть такой вот, но он, видите, темнее. Более такой мрачный, пасмурный. По настроению ближе к тому цвету, который у меня сейчас на ногтях, а мне хочется весны, лета. Поэтому беру вот этот красивый. Так, из персиковых тут еще вот такой вот есть. Но он с золотыми блесточками. В какой-то период очень часто таким лаком пользовалась, поэтому пока не тянется рука. Вот насчет этого я подумаю. Фуксия такая яркая. Вот. Но пока я его сейчас сразу брать не буду, потому что у меня уже получается, с учетом предыдущих лаков, вот они стоят в сторонке, уже 4 штуки. Поэтому пока что с этой коробочкой остановлюсь. В случае чего вернемся. Пока розовый возвращаем. Давайте вот эту ближайшую. Ага, это у нас с новелти. Ну, в принципе, тут много ярких лаков. Вот в нижних двух рядах. Сейчас мы и наберем тогда. Так, ну вот смотрите, есть такой яркий розовый, но он... Почему-то вам все очень... Цвет не совсем правильный. Но я вам буду описывать. Это кислотно-розовый. Это чисто лето, поэтому сейчас рановато. Вот эти два тоже.
чисто летнее. Так, смотрим. Вот есть нежный. Нежный Е. Под настроение подходящий мне. Зеленый. Выбеленный зеленый, такое яблочко нежное. То есть это просто зеленое яблоко сочное. А это йогурт яблочный, что ли. Фисташка. Ну, в общем, очень нежненький такой пастельный цвет. Очень нежный голубой и мятный. Вот думаю, может быть, что-то из них выбрать. Так. Этот нет, наверное, пока еще рановато. Лучше летом. Так, этот... Очень так свеженько, да, выглядит. Какой вам больше нравится из этих трех? Посоветуйте, какой взять. Пока отставлю. Так, смотрим, что еще тут интересненького. Ага, вот, кстати, лак оранжевый. Тоже персик, можно сказать, да. Похож немножко на тот, который я взяла, но этот чуть теплее, чуть розовее. Оставлю его. Ну, почему-то мне ни на что не падает глаз. Это все песочки. Песочек я не хочу. Этот нежно-розовый. Тоже с чуть-чуть персиковым подтоном тоже не хочу. Так, ну, в общем, я тогда... В этой коробочке ничего не уберу, кроме вот этих трех. Но напишите, пожалуйста, какой из них выбрать. Давайте я сейчас встряхну, чтобы было вам красиво смотреть. И более понятны цвета. Так, напишите либо яблоко, голубой или мятный. Вот и я тогда такой и возьму. Интересно, да, получилось? Ничего не приглянулось. Так, последнее. Ага, это у меня Скатрис и Эссенс. Ну, это превалирующие. Так, что здесь у нас есть? Давайте вот так сделаем, чтобы вам тоже было видно. Ну, вообще в этих марках у меня каких-то сильно светлых цветов. Ну, не сильно много. Желтый я бы на лето оставила. Пока еще не настолько все весело. Только-только солнышко пошло. Ну, наконец-то, на самом деле. Так, я его ждала. Так, зелененький у меня был маникюр в этом месяце. Синий. Ну, мы взяли фиолетовый, чуть похожий. Коричневый, матовый. Так, давайте для разнообразия. Хотя у меня цветовая гамма какая-то не светлая получается, я смотрю. Ну, возьму, наверное, коричневый матовый от NYX. Так, этот тоже такой пыльный. Вот это уже как раз фисташку напоминает мне. Темный. Так, давайте каждый доставать не буду уж. Так, по-быстренькому желтенький бананчик. Давайте возьмем, потому что что-то у меня как-то все получается темно. Так, возьму еще вот такой от Essence. Розовый. По-моему, он сложноват в нанесении, но я вот думаю, либо вот от Френча, такой полупрозрачный нежный розовый, или от Essence. Вот этот мне, наверное, больше хочется. Он такой более фарфоровый получается на ногтях, да. Еще, о, кстати, вот этот очень миленький котик такой, он металлизированный внутри, ну то есть это бежево-розовый такой
легкий оттенок с серебристо-белыми такими морозными блесточками и черными точками. В общем, интересно он получается, но самое милое это упаковочка. Ну, Так, тогда я склоняюсь к нему. Вот этот уберу. Значит, вот так. У меня уже 7 лаков. Такой вот. Сейчас я уже светлое смотрю, стараюсь. Перламутрик неохота. Еще не забываем про вот эти 3. Ну, считаем его как один. 8 лаков, да? То есть нам еще 2 надо выбрать. Тогда беру вот тот фукси. 9. И остается 1. Давайте вернемся к предыдущей коробочке. Так, так, так. Может быть, зеленый? Нет, мы взяли мятный. Вот этот вообще интересный такой цвет. Такая состаренная, очень сильно состаренное золото. Смотрится как фольга. И я как-то использовала этот лак со стемпингом сверху черного цвета. Были такие вензелечки очень мелкие, на цветы похожие. Очень красиво смотрелось на самом деле. Как будто бы на металле действительно. Вот, наверное, мы его и возьмем. Вот так вот. Так, давайте теперь посмотрим, что я тут навыбирала. Сейчас на крышечку буду складывать. Вот. Розовый, из ярких красный, ну, сиреневый, наверное, тоже можно отнести к ярким, и вот этот морская волна, ну, что-то граничащее с темным. Так, из темных коричневый, ну, и металлизированный, вот этот тоже, наверное, к темным отнесу, а дальше пошли светлые, персик, банан, котик. Думала, может быть, как-то его по-другому назвать. Так, и вот ждущее голосование. Не знаю, какой все-таки выбрать. Ну, вот такой вот получился ассортимент. Посмотрим, какие маникюры у меня с ними будут получаться. Спасибо, что посмотрели. Обязательно пишите, какой вам из этих больше нравится. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!